Учитель – это призвание. Данное выражение знает, пожалуй, каждый. Для Лидии Сергеевны, ныне директора гимназии номер 44, слово «учитель» не просто слово, а целая жизнь. Депутат законодательного собрания Лидия Жуковская-Латышева 55 лет отдала работе в школе, куда впервые пришла еще студенткой. Начала я с групп продленного дня. Затем через полтора месяца я стала учителем русского языка и литературы. Через 6 лет зауч по работе воспитательной. Затем через 10 лет я зауч, через 12 лет следующих я директор. Эта работа нравится тем, что около меня всегда дети. А дети – это то, что здоровое всегда. Это то, что именно от них я получаю позитив. Теперь всех регалий и наград заслуженного учителя России не перечесть, но, несмотря на высокий статус в обществе, Лидия Сергеевна все так же приветлива и открыта. В свой 80-й день рождения она принимает сотни поздравлений от коллег, бывших и нынешних благодарных учеников и их родителей. Лидия Сергеевна – это волшебный человек, очень добрый и отзывчивый. Благодаря ей наша гимназия расцветает. Мы ее очень сильно любим и ценим. Очень боевая, очень энергичная, очень целеустремленная. И ведет за собой очень много людей, очень такая у них сильный характер. Учитель всегда ведет за собой, открывает новый мир, дает бесценный багаж знаний. За 55 лет своей работы Лидия Сергеевна выпустила из школьных стен сотни учеников. В каждого из них она вкладывала частичку своей души, давала мудрые советы и наставления, и сама многому училась у своих воспитанников. Вы знаете, это идет взаимобогащение и от учителей, учишься у них. Ты их старший наставник, но ты у них учишься. Дети всегда подсказывают и учат. И я поэтому всегда говорю, вот какое-то поколение, вот оно замечательное сейчас поколение, оно еще больше пытливое, оно больше вот с таким вот размахом, вот, вы понимаете, они больше хотят знать. И они учат тому, что мне надо учиться, чтобы... Они опережают сейчас нас той информацией, которую получают, тех знаний, которые они еще получают. Они настолько сильны сейчас, вооружены дети, они учат, не стой на месте, двигайся вперед. Все цветы, поздравления, песни и танцы в этот день были только для Лидии Сергеевны. Улыбка не сходила с ее лица, а в этом мудром взгляде можно было прочитать гордость за воспитанное ею поколение. Кристина Жакот, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.